Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение моего ФФА-сериала «За Рим» в Sid Meier's Civilization 6 Rise and Fall. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти к ней. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Всегда лучше начинать смотреть сначала. Ну а всем остальным приятного продолжения просмотра. Сейчас я, видимо, и мне крич сейчас союз кинет. Блин. Нет, два хода. А чё у тебя пограблено-то всё? Так, я думаю, три армии арты мне хватит. А чё, кстати, никому даже это расплата за предательство не вылезла? Чудеса. Да по приколу нанял одну штучку. Они же не апаются из колясок, при этом сами они, ну, тяжелая кавалерия, сами не пойдут в танки. Да, да, я знаю. Они стоят дорого. Понимаете, если я тут поставлю пригород, потом здесь очень сомнительно. Вообще ладно. Алексей, сделку будешь принимать? Это... Серьезно, Кривот отсюда приплыл нападать на Англию? А-а-а. Фантом предал англичанина и теперь его забирает? Ну а что делать-то? Нет, ты знаешь, на месте Шеффилда был город, я его захватил. Я хотел вон его захватить, но получилось. Между Бургущем и Врославом был город когда-то, но я его снес. Еще Варшава стояла. Слушай, Леша, а ты что, убил мой броненосец этот? Не могу его найти. Нет, ничего, я тебя не убивал вроде. Блин, какого хрена он мне куда-то решил уплыть? 4 культурные дубежки. Хотя взбунтовались капитаны броненосцев, Неправильно смыслишь. Под овечкой
под шкурой овечки так спрятался. Я. Бей. Тут цель победить, чувак. Ну, по факту там правильно говорит. Я предатель, я предал. Как будто что-то плохое. Слушайте, а вы. Как вы видите оба друг друга теперь, Рим и Сауды? Кри, дай союз, я хоть на карту посмотрю. Все равно у меня осталось два прихода. Хорошо. Ты ж... А, с Кри, да, вспомнил. О, андетка в подлодках. Вопрос, насколько мне стоит... Сейчас отправлю. Стоит ли мне сейчас на один ход откладывать... подлодки, или лучше уже... Опс. Нет, до меня ему не удобно дойти. В смысле, мы идем по другу и поплыли человек. Я бы отложил еще немного. Корабли для прикрытия. Юниты я потоплю. Отличный торговец. Ему 4 гусара. Этот инженер такой средненький. Зарение двигателя ВС. Ну, ничего так. Нет, еще. Не, ну слушайте, у меня раз, два, три. Три флота. Надо еще хотя бы 5 флотов. Отложим пока. Леша, а че ты наверху-то не сиделся? У тебя вон и соль, и подмаскада. У Леши там и наверху, и внизу столько места. Если бы индонезиец начал внизу сидеться, он бы спокойно сейчас играл бы. Что еще раз? А где индонезиец? Против. Он был на маленьком островке, почти как у Тякари, только подо мной. Тут тост там хэджи есть. Индонезия. На самом деле для Индонезии нормальный старт. Там города появлялся, а дальше бегон. Что? Три армии делает просто... или четыре все-таки. У него даже остров больше, чем мой. Не, ну да, у него, блин, не хватает его этих. Очень мало было построено вот его этих уникальных районов компонгов. То есть у него одна или две штуки было всего. При том, что у него тут ресурсов-то рыбных хватает. Там вообще же надо все застраивать. Да. А вот что на моем месте можно было делать, посмотреть? Да ничего. Хочешь как-нибудь пытаться высадиться на соседние острова, не знаю. Но нижний вряд ли, хотя нет, на нижний у тебя были шансы высадиться. Давайте, наверное... А нет, там Лондон рядом. Значит, на левый остров, вот до того, вот как это этот... Смотри, где у нас столица. Да хотя бы Окленд правильно. Сейчас 172, 195, нормально. Кстати, это... Неплохая идея. Плохая идея. Окленд мне нужен. Жизненно. У тебя даже... О, я вышел в золотую эпоху. Лянг нигде не посажено. Отлично. Со своими рыбами. Не до нее было.
Ну, понимаю. Ты крик, наверх, когда ко мне пришел, я же и удивился, что так-так. Я вообще даже подумал, ну вот, ему один ход как-то. А вы не смотрели разве на счет? Сюда он сейчас апает и плывет под лодками. Что ты имеешь в виду? Ну, в армии победа, счет не смотрели мы? Военную мощь. Ну, там все равно цифры-то маленькие. Да и мало ли кто у тебя там в соседях. 549, 829. 4 сделаю армии. Катапульт. Сиречь. Артиллерия. Не, мне надо в каравеллу выходить, и уже тогда надо на каравеллу брать. Ну? Он реально может приплыть и мне тут подгадить. Может быть. Но в первую очередь, наверное, все-таки к Риму будет плыть. Так это... Езжай их мира пилить. Нет, я собираюсь так. Ну а не кавалерию надо выйти. Центр коммерции на плюс 7. Это уже с учетом бонуса там пока. Нет. Просто рядом с центром города, с правительственной площадью и гаванью, и этим кампусом. Нет, или надо кой? Открывать подлодки, я боюсь. Тут я сейчас могу просто каперов следующим ходом всех потерять. Пускай строятся каперы, они превратятся в подлодки при строительстве, но достроятся. То есть это будет пятый флот. Этого достаточно. Так, что у нас с катапультами? Давайте смотреть. Раз армия. Чё, поляк, какой тиражок? Два армия. Ну, лучше никакой. Три армия. Я там разберусь, ты не переживай. И корпус. Значит, еще одну катапульту надо построить, и все. Я не крик. Так, фабрика здесь пока не нужна, жилье есть. Тут район нужен. Надо, чтобы этот город рос до 13. Тадж-Махал, давайте Тадж-Махал построим. Почему нет? Так, тут оружейную. А там для чего-то нужна... О, для пороха. Потом трех мушкетеров, это у нас... Арам, а ты зачем города-то столько? Да, эти города были с одной гаванью без верфи и без холмов. Захватывать города ради городов, у которых нету производства и районов, смысл? Откроешь как-нибудь потом. Я дожрал бы. Вырубил кучу леса там. И могла быть хоть какая-то пробка. Если бы у него были верфи и хотя правильные районы, тогда бы тоже там можно было за счет этого выехать. У него даже клетки не были обработаны нормально. То есть он зачем-то построил Стоунхендж.
и не начал развивать свою религию, там, чтобы хоть какие-то бонусы получать. Блин, так не хочешь нахрен город в Одессу, а один район бы открыли, то... Просто, видимо, не играл в таких хреновых стартовых условиях. Вы слышите, что Танитрель говорит? По-моему, очень тихо, нет? Слушай, Андетка, там поляк-то Англию всю забирает. Забирает. И что? Вы по соседу вынесли, алло. Алло, да, здравствуйте, кто звонит? Так они поэтому и переживают. Что будет третий, да. Он еще и Крис сейчас забирает. Посмотрите на мою науку. Ребята, на ё-моё. Но со мной лучше не станет. У меня хороший научный город снес это. Блин, опыт. Пока я где-то тупил. Блин, дороговато. Только... Нет, такой все. А, так это 55. А, тогда нормально. Нет. Нет. Уплываем. Я же говорил. Ну, как я и говорил, видите, на один ход бы позже, и уже проблемы были бы. Я Лондон уплываю. Сразу, все на воде, вся нефть как всегда на воде, да? Так она с этих же даже идет, ну просто с битв. Там вот на самом деле... Там она не сильно с битв, она с потерь больше. С битв тоже до хрена. Мы с Кри особо вообще ничего не навоевали, но... Минут 4 было. Надо отправить в Кумаси тоже его послов оттуда убирать. Мне кажется, за город нормально прилетело. За город, да. Представляешь, ты бы захватил бы англичанин на ходов 50. Слушайте, может начина... Опа, а чё-то у меня так мало денег? Это содержание так начало жрать сразу. Блин, надо тогда бросить еще в Лиссабон, похоже. Давайте открою оперу и балет. Кри заберешь, конференцию поставишь сразу. Кри без... Кри хорошо забирается с моря.
Ну, суши, это ж, блин. Не знаю, какой эфир надо мутить. Пойми, взял, и вот один с моря вообще отлично берется. А остальные я как бы уже и пешком зашел. И... Вообще пешком было почти. Да. Пешком зашел и лучше. Ну да, я просто это, я что-то сразу не догадался таран купить. Да. То есть я сразу таран купил. Ты приплыл? Потому что у тебя был флот. Что-что? Ты приплыл сюда юнитами на землю, потому что у тебя был флот. Каким образом у Польши до сих пор 14 культуры? У Польши 36 культуры, все равно мало. Слушай, все культурные ГГшки у вас. У нас такое говно тут было. Мы тут в щи выебали просто до конца. Ну что, посмотрим, что он сейчас делать будет своей этой подлодкой. В таких минусах, по счастью. Ну, надо, мне кажется, порох ускорено. Так, я ускорил, что я достроил уже оружейную так быстро. Собор Василия Блаженного. Ну да. У тебя там тундра. Да, еще какая. Еще и флотоводец. Ладно, ребята, отпустите меня. Я тут, в принципе, давить уже нечего. Вот. На самом деле, давайте просто проголосуем и все. И спать пойдем. Я согласен. В каком смысле проголосуем? О чем проголосуем? Просто смотрю, что мы с тобой, если будем воевать, то я завязан надолго, и ты уже впереди сильно от меня. И я не смогу тебя обогнать уже. То есть уже ты хочешь, типа, мне победу уже отдать? Ну, я вижу, что у меня на острове происходит, и вижу, что у тебя происходит. Англия не догонит уже, смутая Польша. Так, а ты чё, почему больше городов не построишь, не захватишь там? Ты, конечно, лидер второй, то есть тебе решать, будешь ты сопротивляться или нет. Я просто как зритель. Лично у меня очень большая проблема с промкой. То есть у меня в лучшем городе 42 промки находится. Оставим. Лучший город 42? Да. Ну да, у меня все практически больше 40. Ну да, я вижу примерно, что у тебя там такое.
Мне даже по 20. Ни в одном 40 нет. Даже не знаю, что тут можно сказать. Я считаю, что ты должен захватывать обещание сразу. Ну как сразу? Ну, когда я мятишили подарок, я тебе предлагал. Когда ты бы развернулся, бы его бы взял, правда, и вообще один. Да, там в жопе все было. Денег нет. Юнитов мало. Морских вообще нет. Я бы на своем конте... Он меня сделал только почему? Потому что я уплыл весь к тебе. Я делал просто морские юниты и все. Я заботил. Если бы он пошел на меня, ну, боролись бы мы с ним. Все, и его... Мы и так отстали из-за тебя. А так вообще бы мы еще хлеще отстали оба. Ты бы уже там нас догнал. Ну, вы и тут и вдвоем бы не развились нормально. Да хорош тебе без тебя. Ну, он... тут нормально место даже на двоих. Они не очень хорошие. Держал себя довольно хорошо по науке, просто потому что у меня много гор, и у меня это уникальный этот универ, который рано появляется. Плюс, собственно, вот эта обилка. А ядерки что, выходишь, нет? Просто сейчас вот я смотрю, я не уверен, что я смогу обогнать Рим. Ты поставь города на острове и это... В смысле, поставь города на острове. Это же города без кампусов будут. Да, у меня, чтобы поставить города, нужно, чтобы хотя бы производство было. На этом этапе уже не успею. По очкам хотя бы выйдешь. Думаешь, мне с таким провалом по промке мне удастся это сделать? У вас разница в очках там 10. В очках, да, но если мы продолжим воевать, то я проиграю. Просто потому, что у меня промышленности не хватает. Надо было слабо забирать меня, например. Да, кстати, детка. Кри мог бы забрать вообще. Здесь, да, кстати, вариант забрать Кри, между прочим. Да тут на любого можно указываться, кроме Алексея. Аккуратно, арабы, вот там это. Лол, вот смотри, твоя подлодка сейчас плывет. Я видел, короче, иконки не видел, а само изображение ее было видно. Да, так тут баги из подлодки. Видно, как они апаются. Что ты тут ко мне вот этим флотом фрегатов плыл? Ну да. Ну это обидно даже. Просто смотри, если бы я сразу на тебя плыл, тогда бы было бы возможность поводаться на самом деле. Посмотрел. Не было, у меня только один город на море. Ты приплываешь флотом, а я фигачу по ним этой артой. Ну да. А ядерки? Я же не видел этого. Ядерок я не доживу. А если доживу, то я буду строить их по 10 ходов. Ну, я не знаю. Рим считает у себя на острове, на континенте один, еще портов немного. Два города на море только. Ну так а при чем тут порты? Два города на море, а у него... Ты не понимаешь, видимо. Дело не в том, что у него будет флот больше, а в том, что он не может эти города мои забрать. Да. И в то время, когда он всю свое производство наперкинет на флот, чтобы у него был флот больше, я, например, могу сидеть во всех остальных городах, запустить эти исследовательские проекты. И выхожу в ядерки, и весь его флот умирает от первой ядерки. Все остальные города от вторых.
Он не может контролировать море. Он надо было раньше, значит, носить рибу. Понимаешь, мы когда встретились, там уже все завертелось сразу. Я поэтому и не хотел, чтобы он ходил, смотрел что-то у меня и понимал, какая у меня ситуация. Маленькое расстояние между вами. Я вижу два твоих города, это уже достаточно для понимания ситуации. Потому что я вижу еще огромный континент и вижу твои статы в рейтинге. Да. У меня все хорошо. Я все прекрасно. Нет, хорошо. У тебя по дали по лошади не выкуплены. Я знаю. Ой, поехали в исследовательские игры, собственно. Кри, на самом деле надежда на тебя, на твою армаду из ребят. Которая чуть не умерла от твоих двух каравел. Ну, трех. Был флотоводец, и я ее открыл. Естественно, история три хода. Я надеюсь, через три. А, бомбарды. Тебе повезло, сейчас спать пойдешь. Два. Мне надо будет опять карточку взять на. Слушай, кстати, Рим, а почему у тебя этот в Равене так стоит кампус с этим, с рынком? А как надо было? Ну, хотя бы у речки там кампус, рынок поставить. А тогда не было речки. Еще у меня не было денег. Короче, Равена была поставлена во время войны с голландцем. Мне надо было... У меня деньги очень нужны были. Надо было хоть как-то коммерческий район ставить, а выкупить клетки я не мог. У меня было, по-моему, 11 золота и минус 2 вход. Примерно вот такая ситуация. Да, плохо районы поставлены в Равене. Тяжело это, чехольщик. Нет, не убивай мою подлодку. Ты испугался фрегат? Да. Армады уже, смотрю, плывут. Да я уже давно в армадах. А вы через меня не видите друг друга? Нет. Это было бы очень круто, быть в войне, но видеть друг друга. Это было бы... А мне возможно. Я смотрю, как вы воюете. Да, мы уже не воюем, по факту. Да, да. У меня тут есть такая еще забавная штука. У меня лагерь, вот видишь, на севере. Он с самого начала игры стоит. Мне бы что с ним разобраться. У меня там просто стоял один дубин, потом один мечник, потом один мушкетер. Отбивает нападение, идет лечиться, а там новые появляются.
хватает политической воли, так сказать, решение проблем. Его уже никто не догонит. О, квартирмейстер. Давайте так сделаем. Ты что, кто-нибудь остался вообще? Нет, мы здесь. Андрей еще доживает последний. На самом деле уже все, но я просто так сидеть раз послушаю. Прям сейчас решить все. Кри, ты соберешься там на Хмера? А вот как ты это предполагаешь, на ком мне нападать? Хорошо. Кстати, Сережа, мне до сих пор там вот бегает мой художник. Я не слышу, что ты говоришь. Говорю, у меня до сих пор твой художник бегает по твоему континенту. Мой художник? Ой. И где он бегает? Там где-то под Вавилоном. Я ж вроде убил какого-то поселенца, этого поселенца, писателя. Сколько тут караванов? Писателя он как бы вернулся, а там он еще не все стены расписал. Кстати, поляш, не стреляй мне это... Кого? Броненосца. Сейчас я хочу проверить, если этот таран с воды подплыть, ну или пофиг. Короче, если таран рядом с городом, с воды, ну, стену убирает. У меня еще и рурка тут. У меня производство в Амстердаме. В одну город убьешь. Офигительное просто. Что? Ты мне город убьешь. Да хороший. С паровой машины возьму. Бонус средства кампуса дает не только науку, но и производство. Так, электростанция. Это Рим. Подожди, это Рим? Нет, это Ореция, все правильно. 5-6, сюда. Боже, 11. Ну блин, он детка. Я буду перекупать до конца пробовать. Ты меня просто душишь. Так он это. Вроде как закончили или нет? Могу понять. Еще чуть-чуть. Блин, я еще не открыл. Форты. Ну сколько он тут? Ходов 5 еще простоит, последний город. О,
меня тут что, подлодка? Ох, мера то раз Дельпайна был, оказывается. Что? Не, ну тут Торосы. Вот еще третий был, конечно, Кхмер в плане по развитию, но у него как-то похуже все почему-то. Ну, потому что... Смотри, он тоже у него большие проблемы с районами, на мой взгляд. То есть вот у него Лингапура видна, и там нету кампуса, например. Это там, там взят этот зачем-то военный лагерь. У меня, кстати, еще не везде кампусы. Ну, это, может, еще это оправдано было, но везде военные Борецы, лагеря. В Борецке, по-моему, нету кампуса. В Анске есть, в Роттердаме. А, у всех остальных есть. Вот в Ореции нету кампуса, но он тут, наверное, будет. Вот я сейчас вырастет до трех. Вот, то есть у него никаких бонусов, наверное, на лагеря нету, зато он их строил, причем не воевал ни с кем. В Элитре нету. Кампусов, может, они кампусы не видны просто, так, не все открыто. Блин, вот в Амстердам ничего, нужно... в золоте. Так, Рейн, запустим караван. Три. Не растет Амстердам, хотя самый производственный мой город. Все ахнут. На самом деле. По 23 голды, нормально. Жить можно. Меры Кри, больше. Лондон. Захватило. На науку. На соседство? Ну да. Только тем полем поставлю. На самом деле вообще не так. Лёша, у тебя уже там стоит за это, за 100%, да? Ну, у меня нету 100%, потому что у меня кампусов на плюс 3 нету. Карточка стоит. У меня с карточкой две немножко больше, конечно, науки получается. С карточки о чем речь вообще? Теории поляк, если бы у тебя был флот, так быстро забирал три, у тебя два шанса. Селитровая шахта еще нужна мне, ну вот. Кримни сейчас полезнее всего как союзник. Ну или да, научный союз. Но не научный. Полезен ли ты, Кри? Я думаю, ему любой союзник полезен. Слушай, Кри, а чё ты всё-таки... Так, вот, ну, мне надо три... И чё ты не послал поселенца под химеру? Три мушкетёра? А, то есть... Селитровая шахта... Это я не сделаю, это я делаю два форта. Один я уже построил, тут второй сейчас сделаю с первым ходом.
Надо купить здесь рабочего. У меня производства не было, но там минус 4 было. Минус 5 довольства города. Была бы сейчас более-менее усталость, этого не ушло. Кого я могу тут сделать? Ты подожди, подожди. Ты таран, ты чё? Таран же, дай мне это проверить. Морской таран. Ты, кстати, если смотри, если ты можешь высадиться на железо, то он тоже будет работать. Если высадиться на железо? Во Вроцлаве. Ну, соседняя клетка с городом. Они проверяют морской таран. Работает ли таран на... Разве он вообще работает с кем-нибудь, кроме мечников ниже? По-моему, да. Конечно, работает. Ты можешь с танками прийти тараном. Будет печаль. Поэтому его запрещают использовать. Вроде так. Да, запрещено. Там ты можешь на железо запрыгнуть тараном? Нет, там же эта технология есть, которая... На нитрель! Что? На железо можешь запрыгнуть тараном. Вот, сейчас проверяй. Ты проверяешь таран с броненосцем? Вот. Видали, как отлетело? То есть таран действует на броненосец, который атакует с вами? Да, на все действует. Ну, на все юниты милишные, в том числе морские милишные. Прикинь, Кри, если бы я это знал еще, когда у тебя был там. Было бы плохо. Но это неправильно. Хотя... Ну, я вот тоже не знаю, как к этому относиться. Ну, в принципе, это проверили, как бы столица у тебя захвачена. Вроде как делать больше нечего. Строить запретный город. Сейчас я вырублю лес. По пути к... Ну окей, все, спасибо за игру. Поздравляю, Леша. Спасибо за игру. Спасибо за игру. Всем удачи. Пока. Че, Андетка весь лоб потерял? Да, я уже не сражался там последние ходы 4. Да, кто мне юнита убивал тогда? Котик твой? Там... Просто, если бы сражался, там они бы хотя бы маневрировали, они... Вот, вы эти 4 подолки подтопили 2 моих броненосца, надо как одну подменить, обстреляя фрегатами. Так уж и быть. А что ты делал? Грустил последние ходы? Ну да, осматривал карту, думал, что можно было сделать, что или наоборот. Спокойной ночи, спасибо за игру. А что, надеюсь, все? Что так мы все вроде. Заканчиваем, ты просто... Так мы не согласились же люди с моей победой, или как? Там просто ждали же просто этот, там протестили этот таран.
Ну, от тебя зависит, Андрей. Как ты решишь, так и будет. Ну, все тогда. Андетка, видимо, сдается. Я сдавался еще несколько ходов назад, просто я примерно представляю, что дальше будет уже. Как скажешь. Ну, все остальные, конечно, очень далеко. Больше давайте не играть на аппетит. Я не против. Ну почему? Это любопытный опыт получился. Но опять же, снова генерацию карты. Нифига. Не, ну подожди, а вот Фантома, а у тебя какие проблемы? Фантома как раз, он мог где-то селиться. У вас большой остров, примерно такой же, как у нас с этим, с голландцем. Остров большой. Вот проблема... Проблема Кри и у Индонезии. Кри и Индонезия, им реально не повезло с местом. Это да. Двум человекам из восьми, но это много. Ну смотри, Фантому, в принципе, Англии и... Польше тоже не повезло, потому что посмотри на юг, и там сплошные эти тундры. И на север посмотри, там Кри, которому не селиться. Мы, например, с голландцем сразу воевали, то есть вообще не пофигу, какое место. Если бы Фантом тоже, наверное, сразу воевал с англичанином, он мог бы захватить его города, и у него было бы развитие. У меня тут, конечно, тоже много места, но вы видите, чтобы я поставил города в том месте, где оно есть. Я, собственно, захватил города голландца, поставил только еще два города своих, и все. То есть у меня три было города, вот три голландца, 6, и два еще своих, 8. Все. Я объясню, почему я не пошел. А ты долго со голландцем воевал? Ты ходов 10-15 вроде с ним воевал. Нет, больше. Еще больше. Мы ходов... Боже, ну мы еще 50-й ход грузили, увеличивали таймер. И потом я могу посмотреть, конечно, сколько. Вивела мне войну на 17-м ходу, я забрал Амстердам на 58-м. Так что 41 ход. Ну, прилично. Тем более Каир рядом, может быть, Каир напасть. Не, мне кажется, Андетка, тебе имело смысл на Кри нападать. В свое время. Великовато, нет. Смотри просто, я тебя нашел примерно одновременно, как я доплыл в другую сторону до Польши. Так а вы тут все рядом, я не понимаю, почему ты так долго плавал где-то, так долго шел в какие-то морские техи. Потому что я не выходил в морские техи, вот которые на океан. Вот меня, это, вот принципе, это твоя ошибка. Моего острова. Да, пожалуй. Потом я смотрю, о, как что-то увеличивается боевая мощь Индонезии. Посмотрел там этим своим очередным писателем, а он там джонки строит. Начал срочно переключаться на постройку этих своих фрегатов. Выхожу в море, начинаю строить фрегат, начинаю путешествовать во все стороны своими писателями и одним галеркой одной. Ну а дальше ты помнишь все, что было. Ну вот, я считаю, что твоя ошибка... Блин, ну ты же видишь, что ты на острове. То есть... Явно тебе, у тебя будут все войны не сухопутными юнитами, а морскими. У тебя, ты вы в очень выгодном положении получаетесь. Как, в то время как все остальные тут воюют наземными юнитами, ты можешь забить на нижнюю ветку и идти по верхней. Ты бы вышел и во фрегаты, и в подводные лодки намного раньше. И у тебя еще и наука была в самом начале, ну, лучше всех. Я вначале построил 3 хороших кампуса. Я вообще, у меня кампусы вообще фиг знает, когда появились. Наверное, еще голландца убил, еще не было кампусов. Ни одного. Ты выходил. Ну, у меня ты можешь только один город забрать вообще, в принципе. Ну да, я смотрю, но Рим и все. Забираешь полностью Кри, например. Да? Вот тебе уже буст. Что? Мы с тобой воевать начали до того, как я видел Кри там и так далее. Я говорю, что ты знаешь, что у меня разведку слишком поздно начал. Так вот, вопрос. Вот это очень важно. В шестой. Вообще в Циве вопрос разведки очень важен. Я считаю, что голландец, например, мне проиграл, потому что он тоже нифига не разведывал. Я нашел, вот смотрите, видите, Маскат, Кумаси, Антананариву и Вавилон, они со стороны голландца, по-хорошему. Видите, где они, как они расположены? Но их первыми нашел почему-то я. Он не построил скаутов вначале, он просто боялся в мою, ну, меня, в мою сторону все юниты отправлял зачем-то.
В то время как я скаутами открыл все вот эти ГГшки, я их засоюзил, и я во многом взял, кстати, Амстердам, потому что Антананариву просто Амстердам осаждала. Офигительно. Ну и Вавилон нашел первый, кстати, индонезиец, между прочим. И вот это очень важно, разведка всегда очень важна. Поэтому находишься на острове, быстрее в галеры, строй кучу галер и разведывай все, что вокруг есть. Быстрее выходи в океан и смотри, где тут кто рядом есть, на кого можно напасть. Вот я так и сделал. Находишься на Пангее, там вот, у тебя сосед наземный, разведывай все вокруг, какие есть города-государства. И Маскат, и Антанариву, и Кумаси мне очень помогли в войне с голландцем, хотя он должен был их находить первым. Потому что они находятся от него в 80 клетках. А мне надо через голландца пройти и туда еще попасть. Тут а вопрос здесь, разведки. Почему ты не нападал на Индонезию раньше? Я? Да. Потому что у него фиговые города были. Я не видел смысла его вообще нападать. Ну да, у него два мусорных города. То есть, так, я бы, конечно, на месте Андетки просто с ним бы союзился и кому-нибудь караваны, то есть, к нему отправлял. Но, видимо, индонезиец не хотел этого, хотел быстрее закончить. На самом деле, у него даже союз, смысла в нем нету, потому что у него он подставал по культуре сильно. Почему нету? Экономический союз, ты получаешь кучу денег и производство с едой. За карточку. Леш, он это имел про проход на твой континент. Ну да. Так он Вавилон помощь. Первый нашел. Если ты говоришь, он Вавилон нашел раньше меня. И почему-то при этом не решил тут города ставить. Вот если вы видите мои города, Роттердам, Амстердам и Гронинген, это голландские. По-хорошему, голландцу надо было вниз вот эти, вот эту всю территорию занимать. У него куча офигенной территории. Вместо того, чтобы упарываться с... То есть воевать ему со мной бы все равно пришлось. Но у него бы было не три города, а 5-6 городов. Это совершенно не та ситуация. Ну, в общем, как получилось, так получилось. Тут еще что-то Кхмер, наверное, мог сделать. Я тоже смотрю, что у него на побережье городов нету вообще. То есть он... Да. То есть к нему приплывай и закидывай его ядерками. Ну ладно, спасибо за игру тогда. Всем пока. Скоро пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!